чудотворить. А сегодня 21 апреля 2023 года, пятница. И вот мы снова с Любовью Николаевной пришли сюда, к Аби. Вот строят, видимо, тут глубокий уже котлован сделанный. Вот как они тут наклонные сделали, чтобы вода не проникла, не задалбливают, как в другом месте. Это баба бьют свает, иначе содрогнется земля и будет щель, вода пройдет. Это вот вот рядом. Оп. Вот так. Прямо на глазах все это они откупили. Тут было строение, были речного вокзала, видать. И теперь все огородили. И вот делают. А вот вот. А вот рядом этот мост. Вот я его шагал туда-сюда, замерял. И все сходится. 940 метров. Считай, почти километр. Вот она где. Это вот мост. Мы уже вплотную к мосту подходим. Вот. Трехкратно. Три полосы в одном направлении, три полосы в другом направлении. Можете зарядить. Мост, автомост, Барнаул. Красивейший мост. Я хожу сюда каждый день, когда возможность есть, и молюсь здесь. А тут в небе самолеты летят. Вот они, видно какие. Иногда в красах клетку много как. Вот она. Вот матушка. Самая большая река в Сибири. Мне интересно, что 50 пород рыб. Я-то не ловил тут, не знаю. Вот оно где. Вот там коршунье летает. Вот дома. Вот мы пришли. И сейчас мы пойдем дальше. Барнаул. Вот Знаменский монастырь, видать. Слава тебе, Господи. Барнаул красивый город, очень даже.